Друзья мои, всем привет, с вами Дим Димыч на канале «Своими руками». Уважаемые гости, друзья и подписчики моего канала. В общем, как и обещал, решил выложить видос вот с такими красотулями. Данные красотули я делаю сам. Это композиционный материал в многоцвете. Водонепроницаемый, плотный, без пузырьков. Альтернатива микарте. Ну, в микарте, соответственно, тряпка, махра, отсутствие нормальной полировки. Ну и, соответственно, я так думаю даже, что микарту сложновато будет фрезеровать. Вопреки всем и всему, данный материал можно спокойно фрезеровать, полировать, вырезать и так далее. Делать даже скрим-шоу, если будет белым брусок. Это я уже делал, это я уже практиковал. Данные бруски были, ну, как бы испытаны даже не мною, а мастерами скрим-шоу. Ребята делали альтернативу кости. Просили меня, чтобы я сделал брусок в идеально белом цвете. Ну и брусок такой слегонца, ну, будем говорить, под беж, для того, чтобы сымитировать, ну, будем говорить, рок, кость. И, в общем-то, эксперименты довольно-таки классные получились. В общем, ребят, в своей мастерской немножечко, так сказать, разгреб еще одну полку, еще один верстачок. И установил линию по производству данных красоты, данной вот таких вот экспозиционных материалов красивых из композита. В общем, ребята, я неоднократно уже на канале данный материал, ну, будем говорить, показывал, рекламировал. Неоднократно ребята покупали, пробовали. В общем-то, все остались довольны, в том числе и я. Буквально в одном из последних роликов, где-то, может быть, туда-сюда, месяц назад, был представлен к рассмотрению нож. Нож назывался «Богомол». И, кстати, рукоять вот на этом богомоле как раз таки была сделана из подобного материала. Очень много я получил отзывов о том, что якобы материал холодный, материал скользкий, материал не держится якобы в руке. Ребят, ну ничего подобного. Я вам скажу так, сам лично пользуюсь подобными ножами при разделке жирного мяса, свинины, говядины. Разделываю жирную рыбу, форель, семгу, соответственно. И не почувствовал никакого дискомфорта по отношению к скользящей рукояти. Ну, в руке, в ладони, так сказать, да. Объясню почему. Если рукоять выполнена эргономично, а не как черенок у лопаты, как я очень много наблюдаю таких работ, что рукояти такие не очень, будем говорить. Ну, не буду, конечно, против мастеров, начинающих, ничего плохого говорить. Всему учатся, всему есть какой-то определенный момент совершенства. Ну и только желаю ребятам усовершенствовать свое мастерство по воссозданию довольно-таки грамотных, качественных, эргономических рукоятей. Так вот, ребят, где-то у меня в шорте, это приложение к Ютубу, посмотрите. Ну, я, наверное, даже в описании к данному ролику скину пару ссылок, где я как раз-таки нарезал шашлык. Один раз нарезал шашлык одним ножом, другой нарезал другим ножом. Вот. И, в общем-то, не испытал, ну, никакого абсолютно дискомфорта. Да и, по-моему, где-то даже на Ютубе у меня на канале или в ВК валяется ролик именно о том, что скользка ли рукоять
из композитного материала. Ребят, уверяю вас, все это, как говорится, предрассудки. Теперь по поводу того, что многие пишут, что Дмитрий, ну это холодная рукоять. Ребят, ну скажу вам по-честному, вот откровенно, да, говоря, вот мы кидаемся на стабилку, кидались вернее на стабилку, да и сейчас она в принципе в ходу. Адекватный материал, довольно-таки востребованная стабилизированная древесина. Капы клёна там всякие, капы там сувели, березы там, не знаю, я граб тот же самый стабилизированный, там, блин, не знаю, ясень, да дофига всякой древесины, которую пропитывают буровитом, крилатом, анакролом, там кто-то, может быть, даже имеет доступ к кактус-джусу, крилат, ну, все это стабилизирующие составы, имеющие право глубоко очень проникать в текстуру древесины и ее стабилизировать. То есть стабилизировать, то есть, ну, будем говорить, ну, как бы так правильнее это выразиться, то есть сделать ее более долговечной, водонепропускаемой, жиронепромокаемой. Ну, всем известно, что буровит, анакрол, кактус-джус, крилат имеют полимеризацию, имеют свой состав, который имеет свойство полимеризироваться при температуре и, соответственно, застывать, запекаться, так сказать, превращаться в пластик. Так вот, теперь и ответьте, мои дорогие друзья, подписчики и зрители, те, которые утверждают, что стабилизированная древесина не холодная в использовании на морозе в зимнее время на улице. Ага, вроде как понятно объяснил, ребят, да? Давайте дальше поедем по поводу холодной рукояти. Ребят, возьмите черенок от лопаты, возьмите обычную совковую лопату в руки, голыми руками, зимой. Вилы возьмите в руки с обычным деревянным черенком и попробуйте покидать сено. Попробуйте покидать снежок в зимнее время, голыми руками взявшись за якобы теплый черенок от лопаты из чистой березы. Самый теплый материал. Руки через минуту примерзнут к ебеням, к данному черенку. Так вот, ребят, я вот почему и говорю. Не хочу там, конечно, ни с кем спорить, ни с кем вступать в дебаты, никому ничего доказывать. Но факт остается фактом, что древесина на морозе является таким же холодным материалом при соприкосновении с голой рукой. Да, сейчас вы начнете мне говорить, там дома строят из бруса, они теплые. Брус не выпускает тепло из дома, а понаружи там холодный. Ну что уж там, ребят, говорить-то. Так же и любой нож, любая рукоять. Я не знаю, из пенопласта, наверное, если только сделать, она будет теплая, потому что имеет очень много воздушных пор в пенопласте. Да и пенопласт по факту. Голимый практически пена, воздух, которая очень быстро принимает температуру от окружающей среды. То есть в руку взяли пенопласт, все, пенопласт быстро нагрелся от тепла руки. И поэтому кажется, что он более комфортный, более приятный. Все остальное, то есть та же самая микарта, вот она. Пробные мои замесы микарты. Вот микарта. Вот буду буквально вот сегодня-завтра делать вот этот фултанг. Все это холодный материал. Как бы мы там ни старались, как бы мы там ни говорили, все имеет свойство холодить голую руку. Ну, ребят, надо
быть адекватнее ко всему. В общем, ребят, хочу представить на обзор вот такую партию композитных материальчиков, сделанных мною лично. В общем, поехали, ребят. Не буду уже объяснять, что к чему. Уже все, уже до дыр затертая тематика по всем практическим материалам, которые пригодны для создания рукояти ножей. Итак, в добрый путь, мои уважаемые гости, подписчики, друзья и уважаемые ножеделы. Поехали. Первый брусочек, номер один. Единичка. Рубиново-красно-бело-черный. Я его назвал «Кровь вампира». Такой брусок у меня как-то уже промелькивал подобный. Очень шикарно смотрится на рукояти ножа. Бруски, ребята, не полированные. Оттого будет ценник, ну, соответственно, более даже чем доступный. Потому что, ну, сами понимаете, если бруски полировать в идеал, да, я это сделаю. Я сделаю их идеально гладкими, стеклянными, будем говорить, со всеми вот этими красотами и переливами. Но надо понимать, что каждая процедура стоит отдельных затрат. Ну, соответственно, данные затраты, ну, просто нецелесообразно сейчас на данный момент делать для того, чтобы вот эту всю красоту заполировать, отправить вам. И в дальнейшем все равно вы же будете из подобных брусков вырезать, по толщине убирать, по длине убирать, делать всад, либо в проставке там из него делать, либо выпиливать радиуса. Всяко разно рукоять будет иметь какую-то обточку, фрезеровку. Кто-то, блин, может спокойно взять и на ленточке, кстати, спокойно даже распускается на циркулярной пиле, распустить данный брусок на плашке, притирку сделать и поставить его на фулл танк. То есть, ну, не вижу смысла полировать в идеал данные бруски. О процессе, ну, будем говорить, о законченном процессе создания рукояти ножа можно посмотреть у меня в ролике. Кстати, я еще раз напомню, это нож Богомол. Ну и там еще несколько ножей, по-моему, промелькивает вот именно с данными вот подобными композитами. Там в зеленом цвете есть, по-моему, вот Богомол есть. По-моему, в синем цвете есть. Там где-то года два, наверное, назад есть ролики, которые вот как раз-таки посвящены вот подобным брускам. В общем, поехали, ребят, повторно. Отвлекся опять. Простите уж меня за то, что я чуть-чуть начал дискутировать данную тематику и копать вот эти все казусы и, как говорится, дебаты. В общем, первый брусочек. Вот такой вот. Размеры брусков ориентировочно 130, 30, 50. Стараюсь делать специально 50 даже, плюс-минус. Ну, даже в плюсе всегда там пару миллиметров для того, чтобы, ну, вам было удобнее. Я, в принципе, и сам пользуюсь таким материалом очень давно. И, в общем-то, понял из собственной практики, что вот здесь всегда важна вот эта вот ширина, вот эта вот. Не столь важна вот эта толщина. Больше 30, она вот 100 лет не нужна. Один черт, вот это все спиливается, стачивается. А вот именно высота вот эта вот, вот это вот этот размер, он более важен. Вот, так что размеры таковы. Вот брусочек номер 2, он чуть-чуть посветлее, чем брусок номер 1. Понятно, да? Разницу видим. Угу. Так, брусочек номер 3 и 4. Тоже довольно-таки смачная парочка твикс. Один чуть-чуть темнее, второй чуть-чуть светлее. В данных брусках есть очень интересная штука, которая после полировки вас очень приятно удивит. Поверьте мне на слово, полировка покажет все.
что положено показать в данном бруске. Увидите шикарнейшие переливы. Так, третий брусочек. И четвертый брусочек. Так, пятый брусочек. Глубина темно-синий с черным дымом, с таким и с белым. Шестой брусочек довольно-таки шикарный цвет. Здесь вообще VIP-брусок, многоцвет. Вот отпечаток от масла. Данные бруски шлифованные на 80-ке. Дальше я не стал тереть. Если надо, ну, без проблем, ребят, для показа я сделаю один брусок показательный. То есть, ну, как будет выглядеть после полировки. Ну, наверное, все-таки одну сторону какого-то из брусков я все-таки завтра тирану, полирну, чтобы уже в действительности было понятно, что там внутри. В общем, брусочек номер 6. Если вот так вот, наверное, да, я точечку вот здесь около шестерки внизу поставлю, чтобы 6 не путать с девяткой. Так, брусочек номер 7. Ребята, данный брусочек я назвал Гал. То есть раньше были такие воины, галлы. Довольно-таки такие интересные чуваки носили вот такой вот, в такой палитре свою форму. Я делал как-то подобным, в подобной палитре нож с радиусными рукоятями. Довольно-таки шикарно смотрелся. Ну и здесь в помощь сразу решил сделать такой момент и уделить этому такой, будем говорить, аспект. Данный брусок выполнен уже в помощь тому, кто соберется делать из него радиусную рукоять. Я так что-то прикинул, подумал. Думаю, помогу человеку, который в действительности возьмет и сделает радиусную красивую рукоять. Думаю, ну почему бы нет-то, господи. В чем проблема? Единственное заключается в чем? Сущность данного изготовления – это в том, чтобы правильно посадить радиусный больстер. Там нехитрые дела. Напильник, надфиль, сверлышко. Просверлили, проточили. Надфилем добили. Плотно посадили. И забыли. Соответственно, сначала больстерок загнули как надо. Ну и здесь надо будет просто отпилить лишнее по радиусу. Здесь меньше, а здесь уйти в большую сторону. Соответственно, тыльник наоборот. Здесь больше, здесь меньше. Ну и по желанию посадить тыльник на два штифта. Ну и перед больстером, вернее после больстера, со стороны клинка, если смотреть, сделать какие-то импровизированные проставочки. Можно с низельбера, можно с нержавейки. По большому счету пролезет по большому счету все. Даже желтый металл. Будет очень шикарно смотреться. Вот, кстати, здесь я даже пометил, что верх рукояти, вот он, вот отсюда пойдет в сад. Вот он пойдет в сад. Вот он. Вся любовь. И обтачивайте, придавайте форму рукояти. Так, следующий брусок номер 8. Стабилизированная кость, залитая в смоле. Ну, смола такого фиолетового, сине-зеленого, зелено-красного, такого мешаного цвета. Специально камуфлированный такой цвет, дабы при посадке клинка, хоть на сквозной монтаж, хоть на всадной монтаж, хоть распилить на плашке, чтобы не было видно самого хвостовика, либо же не было видно самого, ну, фортанковой рукояти. Брусок номер 8.
Так, ну и девятый брусок. Ну, наверное, данный брусок, он не имеет ножевого размера, если по-честному сказать. Возможно, он кому-то достанется в бонус, потому что при покупке у меня подобных материалов я всегда, всегда поощряю своих клиентов, своих, как говорится, уважаемых подписчиков всеразличными вкусностями в виде бонусов. Можно пилить спокойно, можно вставить на вставыши. Либо же данный брусочек можно лихо использовать на миниатюрный ножичек а-ля картофелечистка, морковочку почистить, грибочки порезать, по грибы, по ягоды, так сказать, сходить, да? Данный брусочек имеет довольно-таки небольшой размерчик. Сейчас покажу даже, чтобы уже не говорить лишнего. Вот, 120. Так. Ну, 47 где-то. 46. 47. Так, а в толщине он имеет... Не переживайте, это не белесость. Это просто... Просто пыль. Потому что данные бруски были шлифованы. И для того, чтобы показать, ну, хотя бы чуть-чуть глубину рисунка, я просто взял маслечком, чуть-чуть тиранул, ну, а одну сторону, а вторую от слова совсем не тер. Это все пыль. Я вот даже так чуть-чуть сейчас водичкой брызну, так сказать, намочу, и, ну, чтобы вам было понятно, что это не брак, это не косяк. Так, ладненько, а в толщине данный брусок имеет у нас... Ну, ориентировочно 25. Ну, вот такие, ребята, дела. В общем, еще раз, сейчас я одну секундочку разложу партеечку и покажу вам, что к чему у меня получилось. Первый, второй брусочек. Третий, четвертый брусочек. Пятый брусок. Темно-синяя такая глубина ночная. Шестой брусок, вот такой вот ультрамаринчик. Седьмой брусок синий с красным. Внутри этого синего и красного присутствует огромное количество перламутра, который при полировке, в принципе, как и во всех остальных брусках, очень хорошо себя проявит. Восьмой брусок — это косточка стабилизированная. И девятый брусок — фиолет. Все, други мои, на этом я буду немножечко заканчивать свой видос. И так отнял у вас почти 25 минут вашего драгоценного времени. Ну уж простите, что затянул. Хочется как лучше. Хочется показать, объяснить, пояснить со всеми подробностями. В общем, ребят, кому надо данную вот такую штуку, пожалуйста, пишите в комментах. А еще лучше напрямую сразу пишите в WhatsApp или в Viber. В описании канала я дам свои координаты. И, в общем-то, проблем с этим, с перепиской, так сказать, с отправкой, с покупкой, с расчетом, с выбором, ну, вообще абсолютно не будет. Что в наличии на данный момент есть, то я всегда покажу, всегда расскажу, приближу, объясню, как, с чем и что с ними делать дальше, если вдруг встанете в затруднительные какие-то положения по обработке, по полировке, по шлифовке, по резу и так далее. Всегда рад прийти на помощь. Все, ребят, до новых встреч. Жду вас у себя на канале. Пишите, звоните, рад буду пообщаться и познакомиться с новыми подписчиками и зрителями моего канала. Всем желаю здравия и всем желаю удачи в своих нелегких начинаниях. Бог в помощь, парни!